Купил темненький виноград, или узбекистанский, таджикистанский, он немытый. И, кстати, если говорить о светлом и темном винограде, то данный виноград считается более полезным. А светлый виноград, когда он такого приятного золотистого раскраса, предполагается, что он был обработан химическим препаратом. Кажется, оксид серы, если не ошибаюсь, могу соврать, для того, чтобы сохранял срок своего хранения, и внешний вид у него был более привлекательный. Этот виноград полезный, но считается, что темный виноград, он может вызывать аллергию, поэтому аллергикам следует его принимать по сравнению со светлым более осторожно. То есть он полезный, темный виноград, и, скорее всего, в большинстве случаев считается, что он не обработан химическим препаратом. А вот этот золотистый, светлый, который имеет такой приятный вид, есть еще более ярко-желтый, прямо как янтарь, то вот к такому винограду стоит относиться с осторожностью. Виноград немытый, он не блестящий, мутноватого оттенка, тут могут встречаться какие-то примеси посторонние. А, кстати, в одном источнике прочитал, что виноград должен хороший якобы падать почему-то с каким-то звуком. Я не знаю, он не должен быть глухой, но слышимый, не мягкий звук. Этот виноград не мягкий и не твердый. Что-то среднее. Нет, я не могу сказать, что не рыхлый, но он мягонький. Но помыть его надо обязательно. Как советуют мыть? В проточной воде, в теплой горячей воде промыть, ну не совсем горячий, потом чуть-чуть замочить в теплой кипяченой воде, для того, чтобы он размяк. Замочить от 5 до 10 минут после мытья в проточной воде, подержать виноград, чтобы он стал совсем мягким. Сейчас промоем его тщательно и потом замочим. Посмотрим, какой будет вкус. Минут 5 уже замачивается, тут надо смотреть, выбрать тот виноград, который, ну это не знаю, сюда попало, это не в винограде было. Яблоко. Кусочек сейчас уронил. Здесь, может быть, есть не очень такие экземпляры. Но мусора, видите, мало по краям плавает, чутарик. Но этот виноград все-таки получше по сравнению с теми экземплярами, которыми продаются в сетевых магазинах уже в упаковке. Потому что они 100% обрабатываются химическими реагентами для того, чтобы сохранить вкус винограда. Уже говорил про это. Еще пусть отмачивается. Вот такие спорные можно убрать виноградины. Посмотреть, короче. Тем более, когда детям будут давать. Некоторые еще с веточками. Так, ладно. Вон тут мусор плавает, видите, потом еще в проточной воде. Наверное, промыть надо, не знаю. Или процедить как-то, хотя как тут процедить. Пусть еще полежит. Ладно. Что такое? Плавает. Ну, после того, как помыли, чуть-чуть намочили, подержали в теплой кипяченой воде, лучше, конечно, на бумагу вывалить все это, чтобы виноград влагу отдал, и складывать уже в любую другую емкость. И есть.